Всем привет, меня зовут Полина, и я приехала из России на учебу в университет Турции. Хочу поделиться с вами информацией об обучении в университете прикладных наук Сакарии. Провинция Сакария – это город Турции, выделяющийся природным туризмом и своими плодородными землями. В Сакарии, одном из развивающихся городов Мраморно-Амурского региона, находится университет прикладных наук. Этот город является одним из популярных городов, поскольку находится недалеко от Стамбула. Город Сакария – это место отдыха, также известное своими природными красотами. Обычно самой большой проблемой студентов является транспорт, но в городе Сакария такой проблемы нет. Кампус университета прикладных наук Сакария расположен в очень красивом месте. Университет прикладных наук Сакария – одно из учреждений, обеспечивающих лучшее образование в Турции не только благодаря своему расположению или кампусу, но и с точки зрения качества образования. Поскольку Сакария в последние годы очень быстро развивается, у студентов не возникает проблем с общежитиями или арендой квартир в городе, а варианты размещения есть на любой бюджет. Несмотря на то, что в городе Сакария многолюдно, это тихий город. Для студентов, желающих учиться в Турции, университет прикладных наук Сакария является самым популярным университетом города, имеющим множество жизненных преимуществ. При выборе университета студентам следует также изучить город, в котором расположен университет. Сакария – город, которому можно отдать предпочтение во многих отношениях. Его оснащенность и расположение удовлетворяют студентов.